Суббота. Привет, с вами Владимир Ефимов. Сегодня я буду твоим личным проводником в мир подсознания и глубокого, успокаивающего, восстанавливающего сна. Методика, которую сегодня мы будем применять, является одной из самых мощнейших для засыпания. Применяется в разных спецслужбах мира. И твоя задача — максимально внимательно слушать и пропускать все образы, ощущения, чувства через себя, максимально прислушиваясь к моим словам. Потому что если ты будешь внимательно слушать данную аудиозапись, то через некоторое время ты научишься сам засыпать за 1,5-2 минуты. Но пока займи максимально удобное положение для сна. Максимально удобное. Возможно, это положение на спине, поправив подушку у себя под головой, чтобы было максимально удобно твоей шее, чтобы было максимально удобно твоим плечам, всему твоему телу. Возможно, ты лежишь на боку, займи тогда удобное положение, либо ты лежишь на животе. Занимаешь максимально удобное положение. Очень хорошо. И расслабься прямо сейчас. До такого уровня расслабления, до которого можешь позволить себе расслабиться. Очень хорошо. Давай прямо сейчас вместе с тобой удвоим это расслабление. Для этого вместе со мной сделаешь глубокий вдох, откроешь глаза, а потом, когда я скажу сделать глубокий выдох, сделаешь глубокий выдох, и закроешь глаза, позволив себе расслабиться в 2 раза больше, в 2 раза глубже. Угу. Так, делаешь глубокий вдох. Глаза открываются полностью, наполняешь свои легкие воздухом. Наполняешь воздухом легкие, максимально делаешь большой вдох, максимально глубокий вдох и задерживаешь дыхание. Задержи дыхание и сделай ровный, спокойный выдох. Выдыхаешь, глаза закрываешь и расслабляешься. В 2 раза больше, в 2 раза глубже, чем несколько мгновений назад. Очень хорошо. Просто расслабляешься. Сегодня с моей помощью ты погрузишься в глубокий сон. Ощутишь, насколько спокойно, комфортно, расслабленно можешь себя ощущать. Очень хорошо. Во время моих слов, если вдруг тебе станет неудобно, просто займи максимально удобную для себя позу, чтобы телу было максимально комфортно. Угу. Очень хорошо. Прямо сейчас просто ощути свои веки. Ощути полностью свои глаза. Держи их комфортно закрытыми. Угу. Ну а прямо сейчас я попрошу тебя их открыть. Сделай вдох и выдох. И закрой глаза. И просто расслабься. В 2 раза больше и в 2 раза глубже. Очень хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты заметил, насколько комфортнее
ты можешь себя ощущать, насколько комфортнее ты можешь чувствовать себя, всего лишь сделав еще один небольшой, приятный, глубокий вдох. Давай вместе со мной. Делаешь глубокий-глубокий вдох. Замечай, насколько это приятно. Пожалуйста, не стесняйся, сделай глубокий-глубокий выдох. И прямо сейчас начинай ощущать, насколько комфортно ты себя чувствуешь. Давай еще раз сделаешь большой, приятный, глубокий вдох. Делаешь глубокий-глубокий вдох и заметь, насколько это приятно. И выдох. Расслабление окутывает все твое тело. Сделай еще несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдох. И выдох. И расслабляешься. Еще раз глубокий вдох. И выдох. Комфорт, спокойствие и умиротворение. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Просто расслабься. Начинай чувствовать все свое тело. И самое главное, не нужно стараться сделать так, чтобы что-то произошло. Просто дай себе разрешение заметить, что ты ощущаешь, насколько отличаются твои ощущения во всем теле. К примеру, какими теплыми ощущаются шея и плечи. И какими расслабленными могут ощущаться шея и плечи. И как расслабленно может ощущаться твоя спина. Какими мягкими и безвольными могут ощущаться твои руки. Какой расслабленной может ощущаться грудь. И каким мягким, расслабленным может ощущаться живот. Очень хорошо. Полный комфорт, спокойствие, расслабление. Просто ощущай. Не делай ничего специально. Просто чувствуй, какими мягкими, ленивыми ощущаются ноги. Очень хорошо. Все тело мягкое, ленивое, тяжелое, расслабленное. Я прошу тебя обратить внимание на дыхание, так как это поможет тебе расслабиться еще больше. Не нужно пытаться изменить дыхание. На самом деле, не нужно пытаться ничего делать. Просто ощущай это. Я просто прошу тебя обратить внимание на дыхание. Потому что, когда ты это делаешь, ты можешь заметить, что дыхание меняется само по себе. С удовольствием замечай, как меняется твое дыхание. Возможно, оно становится более медленным, более
поверхностным, более комфортным и расслабленным. Очень хорошо. Спокойнее и комфортнее. И с каждым естественным, комфортным, мягким вдохом я прошу тебя отметить, насколько приятнее, комфортнее и расслабленнее ты себя ощущаешь. Когда выдыхаешь, как будто с каждым выдохом ты выдыхаешь в атмосферу стресс, напряжение, тревогу. И они к тебе больше никогда не вернутся. И когда ты с каждым выдохом высвобождаешь все больше и больше стресса и напряжения, обрати внимание, что можешь ощущать все больше и больше расслабления. Погрузись в это расслабление. Точно так, как будто ты погружаешься в приятное, комфортное, мягкое, удобное кресло. Очень хорошо. А сейчас продолжай легко, комфортно, ритмично, спокойно дышать. Просто представь у себя в уме. Просто вообрази себе лестницу. Любую. Какая тебе понравится. С 10 ступеньками. И ты стоишь на верхней ступеньке. Можешь представить себе любую, абсолютно любую лестницу. Такую, какая тебе нравится. Очень хорошо. Просто ощущай и представляй это. И в этот момент обрати внимание на себя, стоящего на вершине этой лестницы и на ступеньку, на которой ты стоишь. Неважно, как все это ты видишь, либо представляешь, просто ощущай это. Очень хорошо. Через мгновение, но не сейчас. Я начну считать вслух от 1 до 10. И как ты уже, наверное, догадался, по мере того, как я буду называть числа, я хочу, чтобы ты делал шаг вниз по этой лестнице и ощутил, как ты спускаешься вниз по лестнице на 1 ступеньку с каждым числом, которое я буду называть. И все, что тебе нужно сделать, это просто отмечать, насколько комфортнее и расслабленнее вы будете чувствовать себя с каждым шагом, когда будете спускаться по ступеньке. 1 шаг на каждое число, которое я буду называть. Чем больше число, тем дальше вниз по лестнице. Чем дальше вниз по лестнице, тем комфортнее вы будете себя чувствовать и ощущать. А чем комфортнее вы будете себя чувствовать, тем более расслабленным вы будете и
и более сонливым. Когда вы дойдете до 10, просто перейдете в состояние глубокого, естественного сна. Очень хорошо. И сейчас я начинаю считать. Один шаг вниз по лестнице. Просто чувствуй это, просто ощущай это. 2. Второй шаг вниз по лестнице. Очень хорошо. Ты все правильно делаешь. 3 шага вниз по лестнице. И мне просто интересно, насколько более расслабленным ты себя чувствуешь. Мне интересно, есть ли в твоем теле места, которые более расслаблены, чем другие. Возможно, твои плечи расслабились больше, чем шея. Возможно, ноги расслабились больше, чем руки. Не знаю. И на самом деле это не имеет никакого значения. Все, что имеет значение, это чтобы ты чувствовал себя комфортно. Только это имеет значение. 4. Четвертый шаг вниз по лестнице. Возможно, ощущая, что какие-то части тела расслабились больше, чем остальные. Почувствуй это. Сонливость становится все больше, все тело расслабляется еще больше. 5 шагов вниз по лестнице. Это половина пути. И уверен, что ты по-настоящему получаешь удовольствие от ощущения тепла, комфорта и расслабленности. 6 шагов вниз по лестнице. Возможно, ты заметил, что все звуки, которые ты можешь слышать, становятся частью твоего ощущения, ощущения комфорта и приятной, мягкой расслабленности. 7 шагов вниз по лестнице. Все дальше, дальше и дальше. Очень хорошо. 8 шагов вниз по лестнице. Возможно, вы замечаете, что по мере того, как вы все больше, больше и больше расслабляетесь, ваш пульс замедляется, кровяное давление становится идеальным. Дыхание становится более медленным и ритмичным. И 9 шагов вниз по лестнице. Дышим комфортно, медленно, глубоко и спокойно. Параллельно замечая, что вы полностью погружаетесь в расслабление, приятное, спокойное
комфортное расслабление, которое распространяется по всему вашему телу. И 10 шагов вниз по лестнице. Весь путь до конца лестницы. Ощущай себя приятно и спокойно. Продолжая замечать растущее, распространяющееся чувство комфорта и расслабления. Вас ничего не тревожит. Ничего. Вы наслаждаетесь ощущением глубокого, комфортного расслабления. И замечаете приятное удовольствие, ощущая, как тело расслабляется, погружается в кровать. Вы словно растворяетесь в ней, словно переходите в глубокий, глубокий сон. Все дальше, глубже и глубже. Очень хорошо. И, возможно, вы с удовольствием отметите, что то, что ты делал сегодня, пока расслаблялся, переходил в состояние сна, это будет то, что ты вспомнишь завтра, послезавтра и на следующей неделе. Этот навык будет с тобой всегда. Достаточно поместить это воспоминание. Об этом навыке засыпания в укромный уголок своего разума. И, может быть, ты заметишь и будешь удивлен тем, насколько глубоко и быстрее ты сможешь заснуть в следующий раз. Расслабляешься, засыпаешь. Этот навык навсегда остается с тобой. Чем чаще его применяешь, тем проще засыпаешь каждую последующую ночь. Спокойной ночи.